23 апреля в Самаре стартует 6-й всероссийский многожанровый фестиваль «Волжские театральные сезоны». Крупнейший театральный форум в стране, исключая те, что проводятся в Москве и Санкт-Петербурге. Его особенностью является обязательная тема – классическая драматургия во всех жанрах – опера, балет, драматическое искусство и театр кукол. Мне кажется, это тоже достаточно важным, и для развития любого театра все-таки уметь качественно преподнести классику, это, наверное, потом даст и возможность творить какие-то новые инновации, новые творческие проекты. Участниками фестиваля являются российские театры, прошедшие конкурсный отбор. Но, тем не менее, география фестиваля всегда широкая. В этот раз афишу волжских театральных сезонов составили 17 спектаклей из 10 регионов России, среди которых Омск, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Москва, Санкт-Петербург и Самара. Мы от фестиваля ждем сюрпризов, в первую очередь творческих. И на каждом фестивале у нас такие творческие моменты, радости случаются. Завершится фестиваль 30 апреля в драмтеатре, где будут названы лучшие, по мнению жюри, в состав которого входят ведущие театральные критики страны. А победа на этом театральном форуме считается престижной. Театры обязательно указывают награды с фестиваля в своих портфолио. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.